это довольно крупное сочинение, называется «Иуда. Страсти для солистов хора и оркестра». Оно создано на текст, на подлинный исторический текст, который обнаружен в начале 2000-х годов, так называемое «Евангелие от Иуды». Очень короткий текст, в котором рассказывается о взаимоотношениях Иисуса, Иуды и учеников, то есть апостолов. И вот в основе этого текста лежит идея того, что Иуда был самым преданным учеником, самым последовательным учеником, и именно так называемое предательство Иуды, о котором все знают, все это известно, вот оно совершено Иудой по воле Иисуса Христа. Вот, это хор учеников Иисуса, и, значит, вот такая неуверенность, я тогда подумал, что это вот арфа нужно будет передать, там аккорды такие, арфы, но потом еще добавил ударные инструменты, и здесь, конечно, все достаточно схематично записано, но опять-таки, как идея. Одной-двумя руками что-то наиграть в эскизах. Иисуса сам уходит медленно. 13 этих шагов, 13 таких медленных, очень страшных аккордов, очень тихих. Вот, а потом заключительная часть. Вот так мне помог этот блокнотик. Очень удобный, кстати. Ну, здесь вот очень хорошо, что вот эти линейки, они проходят почти до конца. Поэтому я не пользовался вот этим материалом вот... вот сначала эту страничку, а потом вот эту страничку. Я сразу же использовал вот именно вот так. Вот от начала до конца.